IV веке, недалеко от сирийского города Кира, жил преподобный Марон. Рано ставший на путь подвижничества, избрал он для себя подвиг беспокровного жития. Почти все время он жил, молился, трудился и бдел под открытым небом. А послужило местом пребывания преподобного Марона гора, которая когда-то почиталась язычниками. И в развалинах языческого храма он и поселился, посвятив это место служению истинному Богу. Спустя некоторое время он устроил себе шалаш, но сам в нем и не жил почти, а селил в него приходивших больных. Ведь за свое подвижничество Марон был наделен от Бога даром исцеления болезней. Силой молитвы своей он изгонял бесов из людей, лечил тела и души страждущих. Многие из приходящих к нему людей становились учениками Марона. Как и преподобный, иноки его учились воздержанию, заботясь о своем спасении. Много постились и молились, опасаясь любостяжания и гневливости. Многих иноков святой Марон воспитал и сделал угодниками Божьими. И под его началом в Сирийской области взросло много обителей. Двадцать седьмое февраля. День памяти преподобного Марона Сирийского.